Всем привет, друзья, подписчики мои, с вами Илья Дрюкижил. И сегодня, ребята, мы поговорим о СИЗах. Самый зажимной изолирующий зажим, ребята. Вот так вот он выглядит. А насколько я знаю, он пришел к нам откуда-то из-за рубежа. Где-то я такое читал. Вот, нужен он для соединения проводов, ребята. Вот. Есть у нас такие вот проводки. Сейчас мы их скрутим, сделаем скрутку и зажмем СИЗой. Это, как говорится, первый вариант, который вот мне тоже когда-то кто-то показал, что нужно сначала сделать скрутку, а потом сверху закрутить колпачком. Но, почитав инструкции, да, спустя много-много лет, оказывается, ребята, все делается немножко по-другому. Побыстречку сделал, ребят, такую вот корявенькую скруточку, так руками чисто накрутил. И да, что интересно, такая скрутка по пое, да, не канает. Вот. Но если мы накрутим сверху этот СИЗ, то по пое будет все нормально, все будет проходить, ребята. Вот. И повторюсь, мне вот как раз показали, один раз в жизни сделал сначала скрутку, и потом якобы сверху накрутить колпачок СИЗ, там пружинка все это сдавливает, и по пое все проходит. Потом здесь намотать немножко изоленты, все изолировать, и все классненько, ребята. Затем, купив очередную упаковку СИЗ, я решил прочитать наконец-таки инструкцию. Что там говорится? Нужно зачистить провода, вот, не делать скрутку, а сразу вставлять концы в СИЗ, вот, в пружинку, чтобы уперлась. Кстати, буду делать первый раз. И начинать крутить по часовой стрелке. Есть еще такие СИЗы с ушками с двух сторон. Вот, ими будет удобнее. А еще специальная бита под шуруповерт. И как-то вот так. Так, ну тут надо... Тут надо пассатижами дальше. Если были бы ушки, было бы проще, может быть, даже без пассатижей. Ну блин, прикольно. Во. Так. О. Прочно. Надежно. Теперь буду делать так, как положено. У ребята. А если вам понравилось такое видео про то, как на самом деле нужно закручивать, устанавливать, да, такие вот, как ими правильно пользоваться, этими колпачками СИЗ, то обязательно подписывайся, ставь лайк. Всем пока-пока.